Керамическая посуда, предметы обработки земли и интерьера. Выставку о первых сибирских переселенцах открыли в Новосибирском краеведческом музее в преддверии Дня народного единства. А Екатерина Петровичева знакомилась с традициями лоскутного шитья. На выставке уникальные экспонаты первых переселенцев, до нынешнего времени не представленные широкой публике. Для нас, как для музейщиков, показать предметы, которые никогда никто не видел своими глазами. То есть исключительно они использовались в научных публикациях наших ученых. Но будем честными, наверняка большинство просто вот, ну, ни ученых, ни специалистов, ни студентов профильных вузов с этими работами никогда не сталкивались. А тут есть возможность увидеть живьем сокровища, которые собраны вот и иллюстрируют историю раннего заселения Сибири, как раз-таки вот всех этих волн, начиная с 18 века до начала 20-го, когда вот последние волны до нас докатывались. Выставка включает три раздела. Это 90 работ, представленных областным домом народного творчества. Кто шьет? Это наши русские женщины, это их увлечение, это их душа, это их работы, которые они мастерят вообще днями и ночами. Они хотят удивить всех, своих подруг, своих родственников. И удивить подруг и родственников действительно получается. Дамы из клуба «Элегантный квилт» под руководством модельера Татьяны Киселевой представили платье. Техники используются различные, да. Но это дается именно, создается, вторая жизнь дается, да, каким-то изделием. Используются как кружевные, вот, допустим, у меня из различных кружев составлена композиция. Особое внимание в разделе этнографии привлекает праздничный детский костюм. На первый взгляд кажется, что это костюм взрослой девушки, однако так одевали детей, девочек в конце 19-го, начала 20 века. Здесь можно увидеть фартук, сарафан, рубаху, большие янтарные бусы и красный головной убор. Таков детский праздничный костюм старообрядцев из Забайкальской области. Всего на выставке выставили более 350 предметов и фотографий. Экспозиция продлится до 3 декабря включительно. Екатерина Петровичева, Александр Ведерников, Новости ОТС.